Мы сейчас заглянем в место, где в США, в частности в Сакраменто, можно выучить бесплатно английский язык эффективно и быстро. Проходим. У вас нет машины и вас некому привезти, школа вам даст бесплатный проездной. Если у вас не с кем оставить деток, вот видите, детки бегают везде во дворе, здесь огорожено, с профессиональными нянечками и учителями для детей. С вашими детьми, пока вы будете учиться, также посидят. Но в это время за вашими детками могут присмотреть. Так что, возможно, по каким-то обстоятельствам вы только приехали в Америку, либо вы уже очень долго в Америке, но не выучили английский язык. Эта школа точно для вас. Здесь вы сможете получить не только выучить язык, но и получить какую-то профессию, например, косметолога, руководителя садика, медработника, тракиста и очень много других. И все это совершенно бесплатно. Если вам 21+, если у вас есть школьный диплом, вам именно сюда. Но даже школьный диплом вам здесь могут помочь получить и гражданство, подготовить вас абсолютно все. Вот кто-то из опоздавших студентов пришел, и сейчас мы посмотрим, как проходит занятие в группе. Все удобно, очень много наших ребят с Лавиной, и даже спрашивают, задают вопросы друг другу на русском языке. Сейчас нас разделяют на маленькие группы для занятий, которые дает учитель на русском языке. Это вам сложно, вас поставят в группу с человеком, который такого же уровня, как ты, не волнуйтесь. Всегда есть русскоязычный ассистент, вот тут, который поможет и подскажет, что нужно делать, если вы только приехали, и вы еще не понимаете задание учителя на английском языке. Все очень просто. И просто зарегистрироваться, есть даже русский сайт. Level Zero у нас, они поступают приезжие здесь, есть сейчас больше и больше русскоговорящих, раньше были больше Spanish speakers и from Afghanistan, Farsi speakers, но сейчас я вижу больше и больше русских. Наши русские не задерживаются, они быстро идут на Level 1, 2, 3 и выучивают быстрее, чем остальные. Сколько времени длится левел? Левел, ну я думаю, не больше 3 месяца, где-то так. Но наша даже быстрее этого, потому что им очень легко писать. Это что разговорная речь у них как бы тяжелее, но то, что писать им очень легко. И даже вот сегодня пришли студенты, они говорят, для нас это все легко, мы это все знаем. Ну я говорю, ну все, значит, вам на следующий левел очень скоро. И у нас есть много программ, у нас есть, если у вас достаточно английского, вы можете учиться в high school. Как вы начинаете, после того, как вы начинаете high school, через 6 недель вы можете брать medical assistant, там есть по бизнесу, truck drivers, есть несколько очень хороших программ, и это все бесплатно. И еще, если я на английском уже, еще у нас есть citizenship программ. Если у вас 4,9 месяцев вы находитесь здесь с грин-картой, вы можете пойти на выучить, вам помогут, как вам приготовиться к этой программе. Наша школа, у нас круглый год идут занятия, у нас студенты быстрее учатся. Школа даже вам помогает устроиться на работу. Например, я тоже была студенткой здесь, и они мне помогли. После того, как у меня уровень английского был нормальный, я подошла к ним, и они мне предложили работу. So I have been with Highlands for a little over a year now, and I teach ELD Level 0. This is my classroom. So Level 0 is a class where we teach literacy. Я пришла одна с ребенком. Ребенка устроила в детский сад, сдала тестирование, попала в нулевой класс. Для меня немножко легкий этот уровень, но я узнаю новую информацию, которую в школе не узнала, которую пропустила в свое время. Можете уже в магазине объясниться?
Ну, с трудом могу. Лана, это супербосс. Она знает все, знает всех. И приходите к ней и обращайтесь, она вам поможет по любым абсолютно вопросам. Конечно, всегда приходите. Работают, все заняты. Напарника с крутым девизом. Все просто. Вот сайт. Также есть вообще полностью русская версия сайта. Мы в приложении вам поставим. И что делаем? Нажимаем. Нажимаем register now. И берет вас на эту форму. Выполняйте. И мы будем вам звонить, что вы уже сейчас студент. Вау. Все просто. Заполнили, и с вами свяжутся и подскажут вам на родном языке, что дальше делать. В офисе вот Лана с прекрасными девчонками, вот Лиян, и они готовы вам помочь. Если вы не хотите заполнять форму, можете просто позвонить или подъехать сюда, адрес в описании есть, и вам подскажут, вам помогут зарегистрироваться и ответят на любые ваши вопросы на родном языке. Приходите, it's never too late.